Здравствуйте! В данном видео речь пойдет о памятной португальской монете достоинством 200 эскудо, посвященной высадке португальцев в Китае. Монета выпущена монетным двором в Лиссабоне из медно-никелевого сплава в 1996 году тиражом 750 тысяч штук. Монета имеет круглую форму, монетное соотношение сторон, рубчатый гурт, буртики, а также ободки из точек на аверсе и реверсе. Вес монеты 21,1 грамма, диаметр 36 мм. На аверсе монеты на фоне изображения побегов бамбука, растения семейства злаков, изображен средний герб Португальской Республики. В правой нижней части аверса в две строки указаны номинал монеты цифрами 200 и сокращение от слова «эскудос», написанное заглавными латинскими буквами. В нижней части аверса расположен знак монетного двора. В правой части вдоль ободка указана фамилия автора дизайна монеты. Круговая легенда: в левой части аверса надпись на португальском языке за главными буквами «Республика Португальская», а также год выпуска данной монеты 1996, отделенный от остальной надписи точкой. На реверсе монеты в левой части на фоне контура побережья Китая изображен храм неба в Пекине, построенный в 1420 году. Справа от побережья, рядом с островом Хайнань, расположено изображение джонки, китайского традиционного парусного судна. В правой части поля реверса расположено изображение идущей по волнам португальской караки, большого парусного судна, распространенного в Европе в эпоху географических открытий. Круговая легенда: год 1513 в нижней части реверса, слева и справа от которого расположено слово «Китай», написанное китайскими иероглифами слева и заглавными буквами на португальском языке справа от года. Слова отделены от года точками. Один из португальских посланников Жорже Альвареш в мае 1513 года первым из европейцев достиг китайского побережья и высадился в дельте Жемчужной реки на территории тогдашней империи Мин. О данной экспедиции известно то, что Альвареш с двумя другими капитанами на нескольких джонках отплыл из Малаки в Китай и, достигнув острова Линдин в дельте Жемчужной реки, водрузил там падран. Это каменный столб с португальскими государственными символами и надписями, увенчанный латинским крестом зачастую, которые португальские мореплаватели устанавливали на открытых ими землях в знак того, что эти земли перешли под управление Португалии. Несмотря на то, что данная экспедиция не увенчалась успехом, торговлю организовать не удалось, информация, полученная в ходе данной экспедиции, способствовала отправке следующей португальской экспедиции во главе с Рафаэлем Перестрелла, родственником Колумба, который считается первым из европейцев, высадившимся на территории континентального Китая. Изображение монеты сделано с монеты из собственной коллекции. При подготовке данного видео использованы материалы англоязычной, португалоязычной, китайской и русскоязычной Википедии, сайта ucoin.net и numista.com, а также стандартного каталога мировых монет 20 века Краузе 46 редакции. Просьба писать в комментариях обзоры, на какие монеты вам хотелось бы увидеть. Всем желаю удачи в пополнении коллекции. До новых встреч!